В Актюбе адвоката обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу. По версии следствия, Индира Досмухамбетова потребовала 3000 долларов у матери осужденного. Отбывать остаток срока мужчину недавно перевели в колонию поселения, и адвокат попросила деньги за то, чтобы это решение не отменили. Полученную сумму она намеревалась разделить с судьей, однако сговора следствие не установило. Во время передачи денег обвиняемую с поличным задержали. К тому же на встречу она пришла со своим супругом, который оказал финансовым полицейским сопротивление. Обоим теперь грозит до 12 лет с конфискацией имущества. Досмухамбетова обвиняется в том, что в 2014 году в городе Актюбе в сговоре со своим супругом Абдрахмановым завладела денежными средствами гражданки Е в сумме 184 тысячи тенге. В отношении Досмухамбетовой применена мера пресечения в виде ареста, а в отношении Абдрахманова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело расследуется.